По словам синоптиков, погоду в январе часто будут определять атлантические циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. На большей части области они прогнозируются в виде снега. Ожидаются метель и гололед, а также усиление ветра до 15-28 метров в секунду. Средняя за месяц температура воздуха ожидается минус 13, минус 15 градусов мороза, что выше нормы на 1-2 градуса. Норма минус 15, минус 17 градусов. В середине первой декады ожидается температура воздуха ночью 5-10 мороза, днем 1-6 мороза. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до 20-25, местами 30 мороза. Днем до 17-22, на юге области 12 мороза. Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 5-10 мороза до 15-20 мороза, днем от 0-5 мороза до 5-10 мороза. В третьей декаде января температура воздуха поднимется до 2-7 мороза ночью и до 5-10 днем. Жители города надеются, что два месяца зимы пройдут без сильных метелей и морозов. Синоптики говорят, морозец будет, а потом будет потепление скоро. Скоро пойдет, то вот теперь будем весну ждать. Два нормально. Два дня холодно, поэтому по бывшим прогнозам тепло будет. Теплая погода, ну такая, местами морозы, конечно. Сегодня хорошо. Погода прекрасная, чудесная, мы гуляем выходной. О, природы нет плохой погоды. Так что погода всякая хорошая. Количество осадков за месяц ожидается больше нормы. Это более 25 миллиметров. К слову сказать, самая высокая температура в январе была зарегистрирована в 1948 году. 4 градуса тепла. А самая низкая в 1940. Тогда термометр показывал минус 44 градуса. Валерия Сиваш, Вадим Мударисов, МТРК.